Замиокулькус по внешнему виду абсолютно не похож на своих родственников. Таких растений, как алаказия, ксантасома фиолетовая, монстера или диффенбахия. А все потому, что это растение растет в засушливых местах. Это растение растет практически в пустыне. Имеет вот такой вот вид. Очень красивое растение, но посмотрите, у него стебли, они утолщенные в нижней части. Это опять же приспособление к тем условиям, где произрастает замиокулькус. А еще у этого растения очень интересный способ размножения. Размножаться он может как делением куста, так и отдельными листьями. То есть, когда лист просто падает на землю, то у основания появляется маленький росточек, который затем уже переходит, вырастает во взрослое растение. Оно может быть высотой до 1,5 метра. Оно абсолютно неприхотливое, его даже поливать не нужно так часто, как, допустим, алаказию или диффенбахию. То есть вполне выдерживает пересушивание земляного комода.